Оно, в общем-то, на пакетах написано. Да, у нас это первый магазин «Лента» в Ставрополе. В Ставрополье. Вот «Лента». У меня с памятью проблема. Сейчас выключится. Вот такой заезд. Это у нас новогодний заезд. Мы в «Магнит» ездили. Чего смеешься? А? Смешно разговаривать. Нет. Новогодний. Привет. Брюс, я уже просто снимаю раз, третий, четвертый, поэтому. Я снимаю покупки новогодние. Вот. И это в основном такой, знаете, на салат. Ну, как, из продуктов. Ну, в общем, стандартная картошка, лук, тут бананы вот лежат в этом пакете. Здесь показывают две курицы троекурово. Куриную кур... Потом, как ее, морковка. Вот здесь филе грудка куриная, много майонеза, 6-7, морская капуста, но это не на праздник, салат хочу сделать. Потом шпикачки москворецкие, колбаса салями элитная, солнечинский мясокомбинат, маслины, шампиньоны, шампиньоны для салата, горошек. Вот такую взяла, как она, вазон, горшок, в общем, для цветка, вот цветок купила. Цветок называется... Ой-ой-ой. Как же он называется? Годиум, что ли. Потом взяла такое средство. Чистящий спрей цитрусовый экологичный, без аллергенов. Так, я с вами не здоровалась, здороваюсь. Всем привет. В общем, пришла я домой, поднялась. Муж там пока машину ставит. Сходили мы на фильм «Самый лучший день». Та-да-там-та-там. С участием Болярского, с участием Нагиева. Я тут кошка. Кошка-кошка. Вот. У нас тут вот еще бардак, как я снимала видео о покупках. Горло девочки болит. Невыносимо просто. Замучилась этой хронической херней. По поводу фильма. Скажу, что... Я так не красилась ничем, что я не успевала целый день сегодня в этих в разъездах. По делам, подарки, 5-10. Фильм, караоке фильм написан, да, то есть очень много песен. Фильм шумный из-за того, что там много песен, музыки много, тех, у кого голова болит, может быть. Муж сказал, что не очень смешно. Я такие фильмы люблю. Я люблю «Горько», там какая вторая или третья часть, я не помню сколько. Где, в общем, с гробом они ходят. Мне очень понравился этот фильм. Поэтому я пошла, потому что режиссер тот же самый. Немножко уступает лично для меня. Но я такие фильмы люблю. То есть я люблю российские фильмы. Вот эти новогодние всякие. Так что вот так вот стоит сходить. Такая чайная рубрика. Знаете, вот... Интересно, вот что дарить старшему поколению, родителям, да, потому что есть родители, которые примут все, что угодно, а есть родители, которые уже ничем не удивишь. А вот я не знаю, вот из года в год я не знаю, что же дарить. Вот. Ну, вот смотрите, себе я купила такой чай, царский выбор, черный чай, черный цейлонский высокогорный чай, лимонные цукаты, мальва, папайя, ноготки. Способ заваривания там понятно. Производитель Германия. Вот, Германия. Такой упаковки. Здесь у меня 100 грамм. Я уже его пила вчера вечером. Два раза. Вчера мы в кино ходили. Мы пришли, я его уже два раза заварила. Нормальный такой чай. А, ну да, я же могу его открыть вам показать. Так как это мой... А тут такие подарочные наборы я уже никак не открою, потому что их упаковывали при нас, мы ждали полчаса. Так, он вот так вот выглядит. Такой ароматный. Я как поняла, это такой чай. Ой, у меня рука трясется, только пришла. Такой чай, который ходовой, как мне объяснили. И вот этот чай, здесь в чайном наборе, в одном из наборов, в пакетиках, он есть, значит, зеленый чай. Зеленый чай, по-моему, это... Какой же это? Вот этот, наверное. Это мы маме мужа подарим. Вот, винтаж. Очень красивые наборы. Значит, здесь должен быть царский чай зеленый, царский чай черный и еще какой-то.
Вот она, бумажечка. Там написано все. Потом идет в комплекте мед и вот там это шоколадный, то ли там внутри орех, то ли что-то. В общем, все в этой бумажечке написано. А вот, так, по-моему, ценник оторвали. Ты хотел посмотреть. Цена набора вот такого 1200 рублей. Вот этого. Это чай, чайный набор. И вот этот мы собрали тоже. Это папи мужа. Это у нас кофе. Решили подарить кофе. Тоже из трех видов. Значит, одно кофе. Так, сливочный. Сливочный шоколад, что-то такое. Другое кофе. Вишня в коньяке. И еще какая-то тоже что-то типа спиртного. Вот. Здесь, значит, шоколадка такая вот белая. С поздравлением. Потом мед тоже. Баночка. И здесь такая, знаете, игрушка елочная. И внутри она тоже как бы все вот это можно открыть. И там как шоколад. По-моему, черный. Вот его не видно. Вот эта вот этикетка. Это... Я бы тоже ее повесила на елочную. Как елочную игрушку на время. Вот. Мужской кофе, женский. Вот. И себе его взяла. Потому что, как мне объяснили, что он ходовой. Что это чай. Вот покупают. Я скажу честно, я такой чай не пила. Вот. Это набор даже подороже, чем вот этот. Это вот 1300 или 1400 с чем-то. Ой, по-моему, даже 1500. Вот этот набор. Потому что кофе оно дороже. Да. Дала, я сходила, забрала. Наконец-то карниз здесь. Пытаюсь добить на карниз. Себя на Новый год порадовать. А, падает. И тут зашла в вершину. Купила себе вот такие фитнес. Не знаю. Ну вот я взяла фрукты, ягоды, орехи. Это, конечно, я не знаю, насколько это фитнес. Сладости. Чай Липтон взяла. У нас закончился. Ну, вот. Молоко. На пюре, либо на фитнес. У нас коробка какая-то, я такое даже ни разу не брала. Потом взяла пюре биточки куриные с сыром замороженные. Маленькие такие, аккуратные. Ну, само этот, времени нет делать котлеты, да, и этот. Как ее? Фарш не купили, но колбаски сыпать надо. И крот взяла. Сейчас вот возьму эту штуку. Пока выбрала вот такую окантовку, так скажем, по бокам. Вот эта штука здесь 19 сантиметров. Сейчас буду подкладывать карниз. Да, далековато. Может, 15 надо было брать. Блин, ну ладно, будем думать.